Hello, my friends! С вами Бэтмен. И это стоп-обзор моего нового Бэтмобиля. Его собирали в секретной лаборатории «Адская кошка». Jesus Christ! Профессор, она опять черная! И Бэтмен, на мою жопу купили 22 тонны черной краски. Ее нужно было как-то использовать. Успокойся, Бэтмен. В следующий раз мы ее обязательно покрасим в другой цвет. Ты обещаешь, профессор? Обещаю. Бэтмен представляет твою новую машину Dodge Challenger SRT Hellcat. Раньше я передвигался на Dodge Caliber, но надо мной все смеялись. Они говорили, что я недостаточно брутален. Теперь-то все будет по-другому. Позволь, я расскажу тебе о твоей новой машине. Бэтмен, здесь установлен двигатель Хемми с компрессором объемом 6,2 литра, мощностью 717 лошадиных сил, крутящий момент 881 ньютон на метр, разгон до 100, 3,7 секунды. О май гад! Прошу обратить внимание на тормозные диски диаметром 390 миллиметров. Это самые большие диски в истории компании SRT. Это немного больше, чем на моем Dodge Caliber. Это точно. Сразу хочу отметить, что сиденье очень удобное. Ощущение от автомобиля премиального класса. Приятная на ощупь кожа сидений. Хорошая боковая поддержка. Правильная длина подушки. Руль скошенный, очень удобно, приборы хорошо читаются, легко дотянуться до нужных органов управления. В салоне имеются настоящие алюминиевые вставки, они присутствуют только в версии Hellcat. Аудиосистема Harman Kardon звучит отлично! Ему нужно дать пару минут. А теперь я немного вам расскажу про электронную начинку. В меню есть вкладка SRT, заходя в которую, вы получаете доступ ко всем нужным настройкам. Здесь мы найдем режим работы подвески, электроусилителя, можем настроить максимальные обороты и мощность. Если вы посадите за руль не очень опытного водителя, то можете ограничить ему мощность. Также это можно сделать, просто дав водителю ключ нужного цвета. Один из них красный. На нем доступна вся мощность, другой черный. На нем доступно лишь 500 лошадиных сил. Машина будет трогаться со второй передачи, и обороты будут подниматься не выше 4000. Подойдет для моей бабули. Ладно, хватит уже болтать, погнали. Давай сюда этот красный ключ. I never thought you would do things when you get mood swings. I wish we never did it, now I'm on a new page. But you cried and lied inside you two-faced. Baby, you fried the vibe, I tried, it's too late. We could have been real, but now you too fake. Had to let that bitch go, get her a new cage. If you wanna be a hoe, then fuck it, I'm too late. If you fuck one of my bros, then fuck it, girl, touche. Google me, I'm off the guard, yeah, baby, what you think? You know I be going hard from pussy to new tunes. Можно ехать в спокойном режиме, комфортно и плавно. Шумоизоляция на хорошем уровне. В управлении машина довольно послушная, чувствуешь уверенность. Хочу подметить, что подвеска достаточно комфортна, и клиренс позволяет легко преодолевать лежачих полицейских. При резких обгонах с 80 до 130 машину приходится немножко подлавливать. Чувствуется избыточная мощность на заднем приводе. Как же мне нравится чувствовать эту огромную мощность под капотом. Очень трудно сдерживать себя, чтобы не надавить на газ. Мне кажется, что окружающие люди нас боятся. Но я просто хочу помочь. Что это может быть? Бабуля?
Бэтмен, зачем ты положил одну из своих резиновых подруг в багажник? Я не знаю, как она здесь оказалась. Сюда бы, в принципе, влезло еще около 5 твоих резиновых подруг. Я получил бэт-сигнал. Мне нужно срочно удалиться. Куда он все время так резко пропадает? Сори, Бэтмен. С вами был Стоп-обзор. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Друзья, но это только одна машина из моего автопарка. Если вы хотите увидеть еще, пишите в комментариях. Обращайтесь к специалистам из Автопремиум Групп. Ссылочка будет в описании.